Алексей, очень хороший матч получился. За счет чего удалось выиграть сегодня? Ну, сегодня был совсем другой настрой на игру. Да? Мы начали играть в тело жестко. Это, потому что это плей-офф. Игры тут постоянно все такие будут. Болельщики, как и в первый матч, нас сегодня гнали вперед. Спасибо им большое за это. Продолжаем. Коллеги, ваши вопросы. Алексей, не все получалось в первом периоде. Вот за счет чего пересмотрели игру? Вот это именно игра в тело, когда Панин, когда Кузьмин пошли вот в контакт? Да, это, конечно, этот, ребята команду заводят. От этого уверенность прибавляется, да, и появляются моменты, у них дрожь идет. Поэтому из-за силовых приемов. Что скажете про драки и про грязь со стороны Робинсона? Это плей-офф. А там дальше пускай судьи разбираются. Коллеги, дальше. Алексей, Робинсон такой крупный парень. Хоть на секунду задумались, когда пошли за Григория заступаться? Я там что думать-то? Сразу краги скинул, да и пошел бить. Удар в лицо Панину, наверное, не самый красивый момент. Не самый красивый, но пускай судьи это все смотрят. Там дисциплинарный комитет есть. Все туда. Алексей, ну серия переезжает в Челябинск. Какие сейчас мысли, как нужно сыграть там, чтобы забрать победы? Так же, как сегодня.